В зале детского сада собрались самые спортивные дети и их родители. Представление команд, подробное знакомство с каждым членом семьи и старт соревнований. Поддержать и поболеть за спортсменов пришли целыми группами. Подобные совместные мероприятия позволяют всем участникам с пользой провести время по-спортивному активно и интересно. Работаем на сплочение, сплочение семьи детского сада. Выявляем самых спортивных. Да, также мы поддерживаем здоровье и физическую форму нашу. Капитаны команд – дети. У них самая важная и лидирующая роль в большинстве конкурсов. Именно от детской смекалки и ловкости зачастую зависит итоговый результат. Строгое жюри оценивает каждое состязание в отдельности. Всего необходимо преодолеть 5 этапов. Нешуточная борьба за победу развернулась уже с первых минут. Семья Конан в подобных соревнованиях не новички. Спортом занимаются всей семьей. Двое сыновей обязывают всегда быть в форме и вести активный образ жизни. Занятия футболом и плаванием – любимый совместный досуг. Участие в спортивных мероприятиях, проводимых в детском саду, для них добрая традиция. Мы часто участвуем в данных мероприятиях, спортивных. Да в любых мероприятиях мы часто участвуем. Конан и пингвины, мы непобедимы. В этом году победителем стала команда Насти Голубиной. Теперь юной спортсменке и ее родителям предстоит побороться за звание самой активной и дружной семьи микрорайона. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».